Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon, и у меня есть опять парочку новостей. Ну вот, я опять себе надыбал немножко пшеницы, чтобы обменять себе на железные коины. И суть в том, что действительно ад не пашет, потому что там опять какой-то баг, и ну в принципе не пашет, ну ладно, не пашет так не пашет. Я еще лучший способ узнал, вот, золотые самородки, то бишь у меня было 40 золота, да? 40 золота, я взял 20 штук, обменял на золотые самородки, но вот эти стаки еще не поменял, только поменял вот этот у меня был, я половинку поменял. И вот, кстати, мне дали небольшой презент, вот эти блоки. Эти блоки только для того, я попросил для того, чтобы построить замок. Ну, как я уже говорил, небольшой городок. В принципе, я взял только блоки, так как я говорю, блоки мне нужны для того, чтобы построить замок. Только, как бы, читерства тут никакого нету. Так как, действительно, это, как бы, можно сказать, не выживание. Идти там дыбать круглосуточно ресурсы, чтобы построить замок, это тоже как-то не очень. Так мне дали такой небольшой презент. Типа, чуть-чуть ресурсов дали, чтобы меньше времени я строил замок. Да. Ну, небольшой городок, не замок, можно и так сказать. Так, сейчас кто-то есть? Да, сейчас... сейчас, секунду. Соберу уже эти приколы. Вот так. Все, сколько... нифига, у меня уже штуки. Кстати, я уже, наверное, в этой серии куплю еще один мастербол. То бишь, у меня уже ресурсов большое такое количество. Так, тут у меня что? И тут у меня что? Ага. Так, это можно сюда. У меня уже, короче, места даже нету для всяких вещей. В сундуке вот с этим, с пиксельмоном. То бишь, нужно еще один, да, сундук делать. Да, давайте все-таки сделаем. Так, сундучок, сундучок, сундучок. Сколько там? Вот так, да? Отлично, вот так. Сюда можно опять поскладывать немножко камушка, вот этих всех блоков, пока что они мне не нужны, так как я потом буду строить замок. А сейчас давайте на всякий случай возьмем еще ресурсов. Вот так. Сюда опять поскладываем вещи с пиксельмона, какие есть. О, ультрабол я, кстати, выбил. Я еще вроде пару боссов убил. Ну, не ультраболы. В принципе, не помню. Вот, это я фастбол выбил. Ну да, короче. Давайте пойдем на спаун. Ага, так. Где у нас вот то все, чтобы... Вот туда. Да. Ну, давай... Так. Ну, давайте сейчас будем лечить сколько. Если что, прикиньте, у нас, наверное, даже получится еще вот это купить, как его там, пару даже окаменелых покемонов. Ну, я на это рассчитываю, я думаю, хватит золота, хватит семян пшеницы, сколько я надыбал. Я, короче, вот тут вокруг спауна всю территорию от травы очистил. Ну, приблизительно минут так с 30 от нечего делать стоял там. Так, давайте вот это все поставим вот так. Тут еще. Отлично. Ух, сколько у меня тут пшеницы будет, мне кажется. Ну, у меня вроде уже дома 30 серебряных коинов. Ну, железных, или какие они там, серебряные. Что я выкинул? Что бы выкинуть? Ну что, пойдем поменяем. Кстати, у меня уже 37 уровень, можно себе построить зачарование. Нижние полки мне подарили, поэтому... так, 1, 2, 3.
Я думаю, уже на мастербол даже хватит, только из семян пшеницы. Но это реально тоже на семенах пшеницы тоже можно навариться, если, конечно, пособирать их кучу. И также и... Также и... Да чё ты? Также и на железе. В смысле, не на железе, а... В смысле, не на железе, а на золоте, да, вот. Чё-то я туплю. Так, сколько тут еще штучек осталось? Так, чё я? Чё-то немножко подлагивает. В принципе, можно считать, у меня уже есть мастербол. Еще, конечно, нету, но если так считать, то уже большое количество у меня. И плюс к тому, у меня еще даже два стака семян пшеницы осталось. Мне, короче, даже не нужно будет использовать вот этого. Золотые самородки. Не, ну, конечно, нужно будет, так как я могу купить еще что-то другое. Или еще, например, мастербол. Так. Сейчас мы накупимся. Закупимся, то есть. Ну ты чё ты? Да чё ты тупишь? Вот. Вот смотри, чё за хрень? Да чё... Во. Чё-то как-то передвигалось. Во, опять. Ну... Чё, пойдём опять? Поставим вот это. В смысле, обменяем, да. Один, два, три, четыре. Да, уже 100% будет мастербол, как и говорил, это приблизительно 7,5 стака в семян пшеницы. Приблизительно так. Че, давайте слетаем домой. Отлично. И сейчас, что я хотел? У меня вот тут вот так вот. Откуда у меня 61 штука? А, ну я же соединил. Че я туплю? У меня же тут 30 было, да, и 30 в инвентаре. То бишь еще 4 штучки нужно. Так. Давайте все-таки возьмем мастербол, на всякий случай. Никогда не знаешь, кто может заспавниться. И идем опять на спавн. Вот, отлично. Так, семена пшеницы. Дальше. Все, уже есть мастербол, можно сказать. Да, на семенах пшениц реально можно набрежиться. Так, что тут еще можно? Слизь продавать, да? Можно еще железо продавать. Ну все, отлично, идем поменяем. Итак. Уже больше, намного больше будет. Ну, на парочку вот этих. Как раз я говорю, поменяем еще золотые самородки. Еще даже хватит на... На окаменелого покемона. Но это уже потом. И вот так. Отлично. У нас, то бишь, уже есть 71 штука. Нифига себе. А если... Давайте хотя бы... Ой, извините. Давайте еще хотя бы золотой самородок.
Попробуем, сколько с него получится. Да хренище с него. С 22 штук. Получается 5 стаков. Ни хрена себе. Да. А я даже как-то забыл, что... Даже не то, что забыл, а не видел. Из золотых самородков ни хрена себе набарыжиться можно. Разбогатеть. Реально. Это, наверное, хотя нет, глустон, не знаю, глустон, наверное, бы намного было выгоднее. Поэтому он, наверное, такой дорогой, что... А тут не пашет, да? И вот так, все. В принципе, до хрена. Мы бронзовых коинов получили. Так, у меня уже 37 уровень. Капут. Много. Так, ну давайте вот это мы уже. В принципе, один. А вот этот, как его там? Один стак золотых самородков, я думаю, оставлю. Пока что нет смысла его тратить. Да, в принципе, мне пока что нету смысла и мастербол покупать, так как у меня уже один есть. Хотя пускай будет. Раз я уже сначала собрался покупать мастербол, пускай уже будет. А сколько стоит один вот тот, как его там? А один окаменелый покемон мне почему-то кажется 30 вот этих. То бишь нам еще чуть-чуть нужно. Еще 3 стака. Угу, еще. Отлично. Фу. Ну, о, кстати, я уже Лайрона эволюционировал. А, да. А чё, он тут не показывается на спавне? Ладно. Давай, вот так. Вот так. И вот так. Отлично. У нас, короче, уже получается 94 серебряных слитка. Ну, не слитка, а коина. То бишь, они какие-то айрон. То бишь не серебряные, а железные. Ну, пофиг. Если так судить, то это бронзовые, значит это серебряные. Потом идут золотые. Фу, ну что, покупаем еще один мастербол, дорогие друзья. Нет, не покупаем, твою мать. Забыл поменять серебряные слитки на золотой. Сюда. Вот так и вот так. Офигеть. Фу, ну что, идем покупаем вот этот мастербол. Офигеть, у нас уже, можно считать, будет 2 мастербола. Мастербол. Бум! Офигеть, дорогие друзья, у нас уже 2 мастербола. Круто. Сейчас 32, твою мать, двух не хватает. Ладно, пойдем еще, наверное, возьмем 2 стака бронзовых, потом меняем на серебряные и, наверное, закончим на этом вот эту серию. Вот так. Все, пошли. И вот так вот, и вот так вот. И все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. В принципе, в следующем эпизоде я, наверное... А, фусил машина.
Если я возьму закаменелого покемона, как я его... Ща, как она делается? Как... Там столько элементов на эту фусил-машину нужно. Вот, фусил-машин. 4 элемента, твою мать. Алюминий у меня есть, только его раздолбить нужно. Вот плоские такие частицы. Частицы, что я сказал? Частицы. Даже не 4 элемента, а 5. Так. Да. Ну, вот тут... О, слава богу, у меня есть обсидиан. Нет, 4. Все-таки 4 вроде. 3 ведра воды. Ну, в принципе, все, дорогие друзья. Давайте это сделаем в следующем эпизоде. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр.